Василиска тут играла, смотрите, куда она тут свои игрушки положила в обувь. Доченька, это что такое у тебя? Машинки или кораблики? Машинки. Ваши детки тоже так же играют? Игрушки кладут в обувь. Дима тут решил собрать велосипед Васильевочку. А у нас не оказалось гаечного ключа. Прикольный такой, классный. Корзиночка, такое сиденье Барби. Дай на... Всем приветик. Решила поехать на почту, посылку забрать. Ждала, пока Софиюшка проснется. Вот теперь Василиска уснула. Вот жду, пока проснутся мои детки. Позже поеду. Если честно, в такую погоду только дома сидеть. Очень холодно. Ветер, дождь. Но я думаю, что все равно нужно будет прогуляться, свежим воздухом подышать. Дома сидеть тоже не вариант. Мои две девочки любимые. Играют вместе, молодцы. Софишка музыку слушает. Сестренка смотрит. Включай. Василек. Где музыка? Ты танцуешь, да, Софишка? Какие у тебя красивые туфельки. Ой, красавец. А что тут мои девчонки делают? Василек, играетесь? Ты что загрустила? Что хочешь? Я хотела... Что ты хотела? Далек собралась. Куда ты далек собралась? У меня все в делах. Нет, в делах. Ты вся в делах? Угу. Куда ты собралась ехать? В зоопарк хотела? Да. Там дождик на улице, котенок. Завтра поедем. Я хотела в зоопарк. Потом будет солнышко, тепло, мы обязательно поедем в зоопарк, хорошо? Софишка, какая ты молодец. Ну что? Куда собралась? Сама? Держи. Она ходит. Смотри, сама за... Тихо. Офигеть просто. Как круто. Вы это видели? Она сама вот отсюда сама дошла. Сейчас обратно пойдет. Какая умничка. Давай, котенок. Смотри, пап. Сама ходит. Василечек, это... картофель с ребрышками, бутылочка игристого, мартинясти, обожаю шампусик, отдыхаем с мужем. Котенок, ну иди сюда.
Что она там видела? Нашла. А, у нее туфелик. Понятно все. Котенок, ты что, получается у тебя сделать мокрый песочек? Да, сегодня набрала валить. Набрала? Ну все, давай будем делать кулички. Давай. Мы гуляем. Папа нас поехал провожать. Ой, какой вообще! Василисочка, как дела? Получается у тебя? Да. Ой, сладко. А на что похоже? На суп. На суп? Да. Почему на суп? Будет такой супчик. А, ты супчик готовишь? Морковкой. С морковкой, да? Угу. Кого будешь кормить? Доченька, а кого супчиком ты будешь кормить? Маму и Софью. Спасибо, моя сладкая. А себя покормишь? Да. А супчик какой будет? Полезный и вкусный? Да. Ой, девочка. Вот и детки уже пришли. Я тебя хочу покормить. Что, зайка? Тебя покормить. Да ты моя сладкая, спасибо большое. Ой, как вкусно. А чем ты мамочку покормила? Кашей. Кашкой? Я думала... Супчиком? Кашкой. Кашкой? А Софишку покормишь? Да, сейчас. Сестренке дашь покушать? Нет. Мне желтая дать. Желтая? Для Софишки тарелочка, да? А для мамочки какая? Какого цвета? Велосипед собрать? Собирай, мой зайчик. Заказали в Экомаркете гаечные ключи. Эта вещь нам необходима для дома. Вот Василечек сейчас будет собирать себе велосипед. Ну, а нам, как всегда, приехал наш любимый Экомаркет. Вот я уже сделала распаковочку. Сейчас буду вам делать обзорчик. Заказали ягодку, черешню. Отборную узбекская черешня. Так, ягодку я уже помыла, мы уже половину съели. Что я хотела сказать, черешня узбекская отборная идет в подарок по промокоду ЧЕРИМ. Очень вкусная, кстати, попробуйте. И клубника тоже сезонная, крымская, идет в подарок. Так, клубника сезонная, крымская, в подарок по промокоду клубника. Заказывайте, пробуйте. Как, зай, клубничка? Вкусненько. Кушай, мой котенок. Мамочка тоже возьмет клубничку. Смотрите, какая она красивая, вкусная. Что я еще в Экомаркете заказала? Взяла вот такой вот мармелад на пробу. Варенье из киви, из груши. Будем чай пить. Масло домашнее, сливочное. Красная икорка на завтрак.
девочка моя любимая, кашку кушает. Чем ты кашку кушаешь? А? В последнее время очень полюбила сыр буррата, моцарелла. Такие вот паштетики очень вкусные. Куриный, такой же есть из индейки. Помидорки узбекские. Так, это черри помидоры бакинские. Очень вкусные. Черный хлебушек бородинский. Всегда беру в экомаркете, сразу взяла две булочки. Так, похвала или пахлава. Все время забываю, как правильно. Я просто ее обожаю. Ну и, конечно же, как же без мяса? Так, говядина, телятина, все время берем в экомаркете. Так, здесь у нас курица, филе куриное, грудки. Так, здесь окорочок куриный. Готовим супчик куриный деткам. Так, здесь у нас овощи, грибочки, рыбка. Экомаркет всегда нас выручает. А, и чай, мой любимый. Как в ресторане, только дома. Все время хотела вам распаковать и показать. Это чурчхелла с грецким орехом. Очень вкусная. Мы все время с мужем заказываем. Так, в экомаркете заказали грибочки. Сегодня будем жарить картошечку с грибочками. Так, это овощная смесь. Доченька, ты что делаешь? Блэк-люд, а я работаю. Ты моя любовь. Ты свой велосипед собираешь? Моя умница. А что это у тебя в руке? Ключ. Ключ? Что ты им делаешь? А у меня получится? Конечно, получится. Ты моя умница. Глянь на меня, котенок. Тебе так идут две косички. Ты мне такая красавица. Ты улыбашечка. Всем приветик. Всем привет, друзья. Мы приехали в Парк Победы. Так красиво здесь, люди гуляют. Здорово. Мы идем туда, фонтанчиком. Ты! Круто. Доченька, Василёк! Байкеры поехали. Всех с праздником, с Днем Победы, мира и добра. Небо над головой. Спасибо огромное нашим ветеранам за победу. Мы вас всегда будем помнить. Мы вас очень любим и уважаем. И мисочку тебе купить. И ты будешь заботиться о них. Моя ж ты девочка. Боже мой. Какая лапочка. Василёк. Только не сейчас, ладно? Попозже. Да. Что ты говоришь, Василёк? Чуть-чуть разочек. Что разочек? Чуть-чуть разочек в фонтане. Что ты хочешь в фонтане? Искупаться? Нет. Только чуть-чуть. Зайчик, ты будешь вся мокрая. Нет, чуть-чуть. Вода-то холодная. Чуть-чуть.
это камер «Лячка». Супер. Не стала приходить в Парк Победы. Мы хотели там остаться, салют посмотреть. Но не выдержали. Детки тоже. 10 часов салют. Если что, дома посмотрим. Да, котенок? Да, конечно. Василёчек уснула в машине. Софийка тоже. Такие голодные. Ой, до сих пор холодно. Всем приветик. Мы сегодня поздно вышли в сторис. Зай, а почему так получилось? Что вы сегодня делали? Да, так особо ничего. Отдыхали. На самом деле, не хотелось снимать сторис. Наслаждались погодой. Гуляем друг друга сегодня. Наслаждались. На улице мы сегодня практически весь день. Вот взяли кофеечек, пьем. Кофеек. Я сегодня в розовом. Софишка тоже в розовеньком. Мы такие девочки, такие девочки. Василек, иди сюда. А Василёчек у нас в розово-голубеньком. Зато не самокат розовенький. Чего, зайчик-то? Пойдемте. Пойдемте, пойдем. Танцевать пойдем? Сейчас вам цветочки покажу. Да, мы наслаждаемся друг другом. Нашей прекрасной доченьке Софишке сегодня 11 месяцев. И мы ее тебя поздравляем, котенок. Спасибо вам огромное за поздравления. Нам очень приятно. Ой, ты моя умница. Молодец, Василёк. Смотрите, какие у нас тут красивые тюльпанчики растут. Лопатку забыли и ведёрко тоже. Хотела в песочке поиграться. Тюльпанчики. Красота. Дочур, ты чего расстроилась? Что ты хотела? Ага, что еще? И ведерко, и лопатку. Моя сладенько. Надо домой идти тогда за лопаткой, за ведерком, да? Моя любовь. Хорошо, зайчик, потом. Ну ты рисуй тогда, пойдем. Мы мелки же взяли, пойдем рисовать. А вон наша мама. Вот моя красотулечка. А вон маленькая. Сегодня 11 месяцев доченьки нашей Софиечки. Все, погнали! Моя улыбашка! Наконец-то мамочка снимает, да, видео без фильтров. Все время забываю фильтр выключать. Котеночек! Моя зайка! Пойдешь на качельке кататься, а? Я хочу. Ты девочку катаешь, что ли? Подружиться с девочкой хочешь? Ты моя хорошая. Кто будет кататься на качеле? Погода распогодилась, все, можно гулять. Хорошо. Нравится тебе, доченька? Тебе тоже нравится? Мои малинки. Вот мои красотулечки. Катаются на качеле. Девчонки мои. Ну что, любимки мои? Кать, да? Да раскатай нас, пап. Принцессы мои. Опа! Смотри, Василиска. И девочка.
быстрей, а? Кто быстрей? Кто проворней? Василиска? Молодец! Кнопка. Да, кнопочка. А теперь обратно к маме, побежали. Погнали? Ну давай. На старт, внимание, марш, погнали. А вон наша мама. Вот моя красотулечка. А вон маленькая. Сегодня 11 месяцев доченьки нашей Софиечки. Все, погнали!